66 что-то зафиксировался. Обычно ниже бывает. Начинаем играть. На этот раз на диктофон записываю голос свой. Так, надо убавить немного. Громко, а то игра звучит. С Милины начнем. Против Вада. Против Авы. Кстати, почему сменил ник с Вад на Аву? Интересно. Надо будет, наверное, еще убавить. Не знаю, как слышно меня. Так, надо Милиной выиграть. Ах ты, блок не отпустил. Давай, лети. Ты у меня за вчерашнее попляшешь. Ах ты. Ай. Нет, 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 нет. Лети. Расстрел. Нах. Ты смотри. А я думал коленку. Успел. Нет, еще одну хотел. Да что ты... Обманул. Но это было опасно. Вообще не знаю, зачем я это сделал. Но хорошо, что сделал. Ну давай. Не на жизнь, а на смерть, Давай. Ай ты. Обманул меня. Ах ты! Капля, капля оставалась. Жестко, жестко это было. Давай соблазним Кунглау, заставим майку снять. Хотя это еще не матч не заканчивается, но мало ли. Хотя он и так раздетый почти, как и Шива. Я хотел сказать, заставим шляпу снять, и он снял шляпу. Как совпало. Нет, не убежал. Не успел. Ты. Давай, крутись. Нет! Опасно, опасно. Опасные ребята. Нога подвела. Опять. Опять уже не нога. Давай. О, пошло. Заехал. Зашло. Есть. Ну я знаю, ты ненавидишь Шиву. Ты сейчас, наверное, бесишься на эту Шиву, проклинаешь там. Вшивую Шиву. Так, запись вообще идет интересно. Да, почти 4 минуты. Надеюсь, занимать не будет много места. Мегабайт. Что ж я так? Забыл убавить. Надо в следующем, перед следующим боем убавить звук игры. Ну, ты чё? Заспамил меня. Ничего, сейчас я так же буду. Что-то я забываю, вечно забываю атаковать вовсю. Поменьше прыжков. Как же отучиться от этого, а? Заткнул этот люк. Люк. Ну, хорош. Надо тебе огреть апперкотом. Ух, четко вообще. Не ожидал, что пробью. Между джебами. Нафиг. Ну, хорош. А-а-а!
Ты смотри, а ну, это сторону я угадал. И я знал, перебежит. Бросок не пошел, но вот потом заспамил вообще. Надо было раньше времени ножку вставлять. О, давай Эрмака. Это типа намек был? Выбери Эрмака. Так, 2-1, Давай перегонять. Бег. Полоска. Энергия кончилась. Мяса мало. Что ж ты все ждешь? На апперкот меня хочешь поймать? Не прыгну я, не дождешься. Сказал не прыгну и... Опять подкат подвел. А! На комбо хотел. Да аж сколько я прыгаю, а ну хватит прыгать. Попрыгунчик. Давай уже спамить, да ну сколько можно. Вот так, вот так, вот так. Я не знаю, эти прыжки у меня... Вирус какой-то, прям зараза. Не знаю, очень тяжело избавиться. Еще дотер мне сколько говорил, хватит прыгать, хватит прыгать. Но я все равно прыгаю. Сейчас буду стараться с установкой атаковать. Сейчас пробью. Не бояться проиграть, во все атаковать. Сейчас пробью и поменьше прыжков. Все. А, ну и получать удовольствие от того, что по блоку, когда бьешь, тоже урон наносишь. В общем, брать... инициативу на себя во всех ситуациях в бою. Есть. Так, счет 2-2. Один раунд я взял. Промазал. О, двойной звук. Я знал, ты сделаешь подкат. И знал, что ты сейчас отпрыгнешь. Подкат тоже знал. Ну вот, интуиция или что это. Просто угадал, короче. Интуиция, не знаю что. Главное, угадал тут и выиграл. Чисто на угадайке победил. Иначе мог бы проиграть. Все где-то 3 раза угадал, как он поступит. Два красных встретились. Отлично. Не отлично. Пусть побегает. Твоя взяла. В прыжке тоже ногой хотел пробить. Ух, чётко. Ай! Промазал. Так, давай спам. Не заблокировал почему-то. Ай! Иди гуляй. Ну, иди. А, как я не вовремя блок отпустил. Выровнял. 3-3. Так, кого бы... Давай принцессу Китану выберу. Как ее звали? Рэйчел... Не, Рэйчел Гловер, это в МК9 играла Китану. А здесь... Тьфу ты, забыть умудрился... Бекки ее... Бекки Гейбл, кажется. Милину, Джейд и Китану здесь играла. В Комбат 3 и в Ультимейте. Модель.
Ага, комбо мне показал. Но я, наверное, не запомнил все равно. Я знал. А! Не поставился что-то блок. Наверное, это колено зависающее было. Пробил. Давай! Так, надо собраться, уже 3-4. Кого бы взять? Кого бы взять? Кого бы взять? Давай. Или все он, что ли? 3-4. А, ну давай до 5, хорошо. Тебе один бой остался. А мне 2. Если сейчас выиграю еще один. Так, давай попробую сосредоточиться. Все. Да ты что ж творишь? А, как не вовремя. Какой? Я не хотел этого, честно. Я этого не хотел. Какой еще шар? Я там джеблю. 3-5. Что там с демкой хотел сказать, с диктофоном? Продолжение следует. Сейчас посмотрим, пинг какой зафиксируется. 62, отлично. Ну все, начинаем раздевалки с Шивой и Кунглау. Сейчас будем соблазнять Шивой Вада. Может быть, звук немного прибавить. Что-то тихо совсем в игре. Давай на этот раз с Рейна начнем. Постараюсь атаковать вовсю. Рейдена набрать не успел. Так. Пора мочить. А, ногой не попал. Не дотянулся. Хотел прыгнуть. Это ты зря. Ой! Пробил. Он знал, что я прыгну. Вот это что было? Вот это да. Ай! Ну вот это жесть была. Ну хорош. А я же блок поставил. Да что я... Хватит зажиматься. Это твоя ошибка. Ты не на того фаербол кидаешь.
Никак не попадем. Попало мне. Да что ж такое? Эй, эй, только не перфект. Именно перфект Лавос и вышел. Не, ну что это такое, а? Надо что-то делать. Шива пока подождет. Шиву на сладенькое оставим. Шиву на финал. Так, давай уже. О, это что было? Так нечестно. Эх, что ж, не телепортировал. Да что-то разговаривать уже дальше разучился. Да я комбо делал вообще-то. Да блин, грушей какой-то стал. Ну, что тут осталось-то? Конечно, лягу уже, скорее всего. Все, надо собраться. Если и на Эрмаках сейчас проиграю, то все вообще. Диктофон меня, наверное, отвлекает сильно. Знал, я знал. Пронесло. Джеба спасли. О, задница. Ну, наконец-то. Кажется, Милину я еще не выбирал. Давай, выбери Смоука. Кого хочешь, выбери. Милина никого не боится. За ее спиной Рейден. Или за ее грудью. Блин, больше полжизни снес. На апперкот. Это что такое? Я думал, сейчас еще лужу сделает мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх. Глупость какую. Вот этот... Вот это твоя глупость уже. Ты еще больше глупость совершил, чем я в этом раунде. Я уж думал, хуже меня точно не будет. Так, давай страйкера. Я там просто угадал, что ты собираешься подкат сделать. Знал, знал. Ты знал об этом.
угадал меня. А Infinity убрали, да, кажется, здесь у Страйкера? О, какого? О, выкрутился. Комбо что-то не доделал. Все хорошо. Скоро и Шива не за горами придет соблазнять своими буферами. А давай сейчас его. Не будем ждать, дожидаться Кунг Лао или Рептилию. Хотя Сайракс у нас робот, но разве что наполовину человек, так что может прокатит. Ух. Расчет вернул, а то ты мне тоже флаус сделал вначале. Давай разворотом поймаем. О, и поймал. Давай прыгнем и затопчем. Комбо. Ай, 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 ай. Ай, ай, ай. Ух, вот это я вышел из джебов. Жесть. Чисто на удачу это сделал. Запись идет вообще? Да, запись идет. Сектор хочет. Сектор приз на барабане. Сектор хочет реванш взять. А то сегодня, помню, выиграл меня красный красного. Это было жестко. И это тоже. А я же согнулся и вниз анажил. Ошибся. Давай флаус. Хочу флаус. От ракеты не убежишь. Никуда тебе от нее не деться. Разве что под воду нырнул бы. Ждет. Что-то долго джебит. Давай еще побегай. Побегай. А то я устал уже бегать тебя атаковать. Немножко ты давай. А я повыжидаю. Я тебя это ракетами буду мотивировать бегать. Бегай, 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 друг мой, бегай. Вот, вот я и допрыгал, доигрался, заболтался. Я вообще что-то не обратил внимания, сколько у меня там жизни осталось. Вообще не думал, что сейчас она придет. Кого бы взять? Давай Эрмака. Он один из левой десяточки, которых я последнее время выбираю. Где-то десятерых или сколько там у меня бойцов. Начал неплохо. Но вообще, хоть я проиграл, но там было весело ракетами гонять. А вообще этот диктофон я понял, куда дену. И может быть тот тоже. Если демка не удалилась, все вместе загружу в обсуждение. К себе в группу. В свой архив. Ай, хотел А нажать. И дальше телекинез. Я вообще такой нуб, что
Эрмаком, не помню комбо, ту, что рукой начинается. Выкрутился, заболтался, и я в решающий момент. Там надо было соображать, а я болтаю. В общем, то комбо я до конца не помню, как делается у Эрмака. Поэтому всего два делаю ногами. Давай сильнее буду. То есть быстрее нажимать. Посмотрим, сможет он мне апперкот вставить. Или я успею заблокировать. Сейчас буду пробовать. Ой, я... Честное слово, я этого не хотел. Но очень рад, что так вышел. Ух, назад полетел. Это за Соню и за Шансунга не всегда удобно. И из-за этого классик Саб-Зиро и Рептилия. Там джебить, о, вот сейчас этого я тоже не хотел, но это мне пошло на пользу. Ими не во всех случаях удобно джебить. Когда из блока, например, выходишь, вместо джебов они прием делают. Например, классик Саб-Зиро и Рептилия подкат. А Соня ногами хватает. Не всегда это мне на руку бывает. Кого бы взять? Давай принцессу Китану. Ну да, 10 бойцов слева. Потому и назвал левой десяточкой. Левой десяткой избранных. Последнее время только ими играю. Тренируюсь. Вот это я удачно на нож рискнул и не прогадал вниз С, отпустил блок. А вот это я четко ошибся. На, мой веер против твоего гарпуна выиграет. Ай. А твой телепорт вперед выиграл. Давай, сделай телепорт. Вперед, назад. Нет. Ну что ж такое? Я не теряю надежды выиграть, хотя уже сложновато это будет сделать. Я даже про счет забыл, 6-4 уже оказывается. Настолько заболтался, что вообще понятия не имел. Сейчас тебя Шива раздавит. Готовься к смерти. Растопчет тебя. О, и моя цифра, 11-й батл. Батл. Совсем чуть-чуть ждал, да? Для апперкота. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, задницей мощно. Что ж ты летишь на задницу к ней? Она у нее накачанная. Ты не знал? Так что больше задний телепорт не смей делать. Только вперед. Только в буфера. Но никак не в задницу. Ух, сам прибежал, сам отдался в ее объятия. Красавчик. Не, ну, хорош. Давай, ложись уже. Чё-то я заигрался. Так и проиграть можно было бы этот раунд. Кого теперь взять? Давай рептилию. Рептилию вообще обожаю из первого фильма, с самого детства. И костюм его.
И бой против Лю Канга, конечно же, один из лучших. Вот это, блин, не вовремя. Ну что, так не вовремя исчезаю я, когда он собирается сделать телепорт. Я его сейчас апперкотом начну ловить. Давай. О, я думал, это он так улетел от апперкота, блин. Я уж думал, с ума не сошел. Я думал, вот он улетел, как будто его Кентаро ударил или Гору. О, вот это твой косяк. А вот это мой гребаный подкат. Ну хорош. О, блин. Разворот удачи. Так, давай уже... А, ну, раз еще раз Кунг Лао, сейчас Шива придет и снимет тебе майку. Ты там уже не начал потеть? Да что ты творишь? Прям вблизи. Так, Шива, соберись. Давай. Ну, хорош, а? Хорош попрыгунчики тут разводить. Прям над экраном подох. Так, давай тут. Тоже буду прыгать. Наверное, против него лучше прыгать. Иди гуляй, да хватит. Ай, нет! Блин, и вся жизнь ушла. Так, ну, давай уже, кто? Давай этого. А, Мелиной. А потом Кэно или Эрмака выберу. Так, ну, там сидеть вблизи вообще не надо. Очень опасно. В лужу может. Плавать? Да. В Текине перфект. Не ожидал? Ай. Ай, 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 ай. Вот это. Ай, знал и он, наверное. Фиг, я пролетел лужу. Если бы я немного там подальше прыгнул, то прям на лужу приземлился бы. Пронесло. Так, ну кого теперь давай? Давай Кэну. Какой там счет уже? Thank you.
Я знал это случится, но был не против. Апперкот, наверное, того стоит. Блин, прыгать некуда, это угол. Эй! Блин. Что-то было вообще там. Тормозит, что ли? Нет. Прыгай подальше. Блин. Не наказал подкат. Я уж думал, мне хана. Ах ты, провел меня. Я думал, апперкот сделает. Восемь-семь счет. Ну все, сейчас Эрмака возьму. А потом Рейна. Хотя обычно я так заранее настолько рано не думаю, кого потом выберу. Стреляй. Ну тогда я себе. Просто провел он меня там. Я думал, он апперкот сделает. Я поэтому быстро джебил. Хотел проверить, по блоку пойдет апперкот или нет. А он лужу сделал. И я в ступор попал. И в прямом, и в переносном смысле. Ай, звездочка же. О, вот это мне подфартило. Я уже думал, все, сейчас этот кувырок сделает и хана мне. Я думал, Мелина это под звездочкой не может прокатиться. Оказывается, может. Блин, и промазываешь. Да что ж ли? Блин, как я так этот раунд? Хочешь Мелину? Получишь Мелину. Давай сразимся за Мелину. Кому она достанется? Кто разделит с ней ночь, решится, несмотря на ее клыки. Кто не побоится, кто у нас смелее? Одна мысль. Ну давай, да делай. Да ж, давай. Ну. Ой, блин, я эту грёбаный икс держать стал и уже завис там. Я знал, он это сделает. Я на это и рассчитывал.
Блин, жесть. Что творится вообще? У меня уже голова. Блин. Блин, вот это бой, а ну это жесть была. Сами посмотрите, кто захочет. Очень напряженно. Прям не уступали друг другу. Давай еще выберешь Милину. Или нет? А, значит, я с ней ночь разделю. Ну, ладно, рискну, если она меня не съест. Кого бы взять? Давай Рейна. Я тебя в угол заманил. На свою голову. На свою беду. О, это случайно вышло. Я вообще не это хотел. Но очень четко. Так, решающий. Блин, я знал. Ох, выкрутился как. Блин, я думал, он сейчас меня прикончит. Ну чё, еще до трех? Или все? А, нет, он, похоже, все. Ну и тогда и я все. 30 минут.